Всем привет, у нас в продаже появляется Volkswagen Passat B8 2017 года выпуска с объемом мотора 2 литра дизель, который выдает 150 лошадиных сил. Также один владелец, ПТС оригинал, на роботе, передний привод. Сзади рассеяна в отличном состоянии. Передний рассеяна также в отличном состоянии. Электрорегулировка спинки, подогрев передних сидений. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал с подогревом зеркал. Также открытие багажника с кнопки из салона. Блок управления света, датчик дождя. Мультируль с управлением. Мультимедиа и также круиз-контроль. Также есть подрулевые лепестки. Пробег у нас 188 тысяч километров. Хорошая штатная мультимедиа. Партроники. Двухзонный климат-контроль, DSG-коробка, электроручник, два подстаканника, центральный подлокотник. Если вас заинтересовал данный автомобиль, контакты данные можно найти в объявлении. Можно приобрести автомобиль за наличный расчет по системе Этрбин, либо в автокредит. А находимся по адресу Студенческая 2, автосалон Дипа, автосельдом.